Всем привет, дорогие друзья, добро пожаловать на новое видео, с вами сегодня, как всегда, Олег Кофе, добро пожаловать на новый видосик по игрушке Among Us. Сегодня у нас получилась весьма интересная серия, потому что в один момент мне пришлось выйти из катки, чтобы спасти игру. Это было реально супер забавный угар, поэтому просто обязательно посмотрите видос целиком, чтобы понять, что произошло. Ну и, конечно же, всем желаю приятного просмотра и приятного аппетита. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, ну а мы начинаем, погнали! Ну чё, пацаны, у нас скачка за предателя, надеюсь... Ой, за мирного, господи, да. Вот, надеюсь, я не умру. Ой, как много людей в толпе. Сейчас 100% кого-то убьют, чекайте, смотрите, нет. Да ладно, никого не убили, серьезно? Все, теперь можно подбегать. Это самоубийство было только что сейчас. Вы что гоните? Ну его... О, у меня задание, у меня сканирование, сканирование, сканирование. Наконец-то у меня сканирование. У кого-нибудь сканирование есть? У кого? У кого-нибудь сканирование? Сканирование? Почему ни у кого нет сканирования? Крис Уэйв, давай, вставай. Вставай, 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 вставай. Все, да, я проверил, я проверил. У меня сканирование, Крис, проверь меня, пожалуйста. Ну, Крис, стой. Ну почему она выполняет сканирование? Вот, ты проверила меня? Проверь, пожалуйста, меня. Проверь, я на всякий случай оставил. Все, и у Макса тоже. И у Макса тоже, прекрасно. Я на всякий случай оставлю это задание. На всякий случай. Иммортал? Иммортал туда же. Давай, Иммортал, Иммортал, я здесь стою. Давай, давай, давай. Иммортал, ты не хочешь проверить? Че, я не понимаю ничего. Все, отстанет, короче, я... Нет у него, походу, сканирования. Что-то странно, он как-то себя сейчас вел немного, на самом деле. Все, Крис Уэйв и Макс Фрэш, они просто точно мирные. Точно мирные. Все, поэтому бегаем с Максом. Это самая импа тактика. Я на всякий случай оставил сканирование. Алло? Бежала по кишке в управлении труп. Так, ребят, на секундочку хочу сказать, смотрите, Джонни, смотрите, захуярили. Смотрите. Так, 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 так. Крис, Вейп, я и Макс, мы мирные, мы втроем прошли сканирование. А как понять, что вы прошли? Смотри, Крис, ты встала сначала, я типа одновременно, я тоже начинаю выполнять это задание, мне пишется, что типа, подождите, там типа такой голодный игрока. И я просто смотрю, ты выполняешь задание, я типа проверил тебя, теперь жду, когда ты меня проверишь, смотрю, ты дальше продолжаешь задание выполнять. А я просто, я не знала, как ты делаешь. Она не шарит, я окей, там надо. Я на всякий случай сканирование оставил, если у кого-то сканирование есть, я могу проверить. One second, one second. Здоров? А где, где труп еще раз? Еще или... Нормально. Труп где нашли? А, в этом, в управлении. Я пробежала по кишке. Ребят, 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 сейчас, сори, я не помню, где находится управление. Офис. Это где мы сейчас спавнимся. Там, где админы, вот эти штучки. Вот и там лежал труп и А? Понятно. Понятно. И все было слышно. Тропик розовый лежал, я просто... Кто где был? А кто где был? Мы с Максом бежали по кишке. Я сейчас Драго, я сейчас Драго в медицине, а Иммортал я видел тоже на улице. Медцентр, да. Еще я в оружейке был. Еще раз. Остается Чупикс и Рома. Где вы были? Бля, ну Рому я видел, как он к нам с Дракоши подбежал на электричестве со стороны дерева. Ну, это типа вот прям после саботажа, когда свет починили, ну, да, это Рома же... сразу в этот тайминг Самолично, подбежал. Самолично, Роман, вы не хотите ничего нам сказать? Не-не-не, смотри, в самом начале выполнял задание, потом, получается, свет отрубили, я пошел его врубать, и после этого мы встретились еще с Ураганом. Потому что я побежал вниз выполнять задание, это побежал... Это ловушка Ураган, все понятно. Что? Вы заебали, блядь, меня топить! Самый подозрительный, сука. Чего? Короче, давайте скипнем. Ладно, скипнем. И, ну типа, да, сейчас заметим. Не, Рома, ты мимо меня еще пробежал. Просто знаете, что я, Макс, Фреш и Кристина, мы чистые все, 100%. Я тоже чистый, ребят. Окей. Найчи-сейчи. Все, очень... Как давно у меня не было этого сканирования, это вообще забейте. Просто реально, я сколько играю, у меня... Не, ну это сканирование так редко выпадает, конечно. Раньше выпадало почаще, по-моему. Давайте, пока мы находимся в офисе. Но у меня Рома немного под подозрением, если честно. Я, походу, задание это не выполнил. Ну надо было этому заданию мне выпасть, но почему так? Так, Ураган, отстань, отстань от меня, не бегай за мной. Так, Кристина у нас выполняет задание. Просто понимаете, за счет того, что я сказал, кто мирный, втроем 100%, мы сейчас будем просто целями номер один, понимаете? Поэтому нам ни в коем случае нельзя умирать, поэтому мне кажется, что сейчас убьют, скорее всего, либо Кристину, либо меня, либо Макса.
Кристина здесь. Мне кажется, что можно уже, вероятнее всего, искать труп. Трупов здесь нет. Может быть, на свет? Нет, тут тоже трупов у нас нет. Блин, мне кажется, опасно идти. Опасно, опасно. О-о-о, тем более. Давайте, окей, сейчас сделаем вот так вот. Вот так вот, вот так вот и вот так вот. Все, задание выполнили, теперь побежали, 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 побежали. Все, тут иммортал у нас. Слева, 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 быстренько проверяем. Ася. Ася вроде тоже мирная. Хотя фиг его, кстати, знает. Мы-то его не проверяли. Тут все норм, тут все ок. Иммортал бегает за мной, мне это не нравится, если честно. Ася, это Ася. Чепикс передо мной, да. Это Ася. Нет. Да, это Ромка придет. Так, два против одного кнопки. Против Ася, давай. Где труп? Где? Алло, алло. У кнопки, меня слышно? У кнопки, у кнопки, у кнопки. Смотрите, все время за мной подозрительный Чупикс бегает. Рома, Рома подтвердит, он около меня был. Не, ну ладно, на самом деле, типа я вбегаю и просто вижу труп. И вижу, вы вдвоем стоите. Так я что... Рому не видел. Кажется, что я Рому не видел. Вдвоем играют. Я Рому не видел. Не-не-не-не-не, я реально, типа, подтвердят. Вот, они вдвоем подтвердят. Кофе, ты серьезно сейчас? Кофе, я Рому не видел, но, блядь, я вам отвечаю. Чупикс все время за мной бегает, очень хорошо, странно, я заметила Крис. Давайте баланс. До этого Крис. Первый Ася, второй давайте Чупикс. Баланс. Давайте хорошо, баланс. Хорошо, хорошо, кого? Хорошо. Ася, Ася. Ася, Ася, Ася. Ну, тут глупо, я зарепортил, я первым сказал фразу, и, блин, ну, окей, окей, ладно. А подожди, вы в кого вкинули сейчас? Вася. Против тебя, Олег. Все, отлично. Все, ну только в баланс нужно обязательно. Ну, да. Сейчас очень странный момент, и мне кажется, что Ася не был предателем. Я прям, ну, не знаю, мне прям что-то подсказывает, что, ну, не он. Сейчас, смотрите, сейчас, ну, сейчас надо еще будет сбегать саботаж, либо свет починить. Смотрите, сверху стоит Чупикс и Рома. Смотри, Рома не просто так ко мне подбежал. Я специально здесь останусь. Не-не-не-не-не-не. Типа я сам нажал даже. Ага. Окей, хорошо. На Тасе был 100%, вы даже не сомневайтесь. Че, Чупик, защищать тебя? Не надо. Пока. Я просто понимаю, что вы сомневаться будете. Ну, кофе бегает со мной. По крайней мере, прошлый раунд бегал, и ну, для меня он чистый. Так я ничего, что я сканирование проходил. Да, мы можем. Ну, да, я говорю. И это я говорю для меня. Лично я вижу сейчас. А, здесь... получается, кофе и фреш точно мирные, да? Да. Ну вот все, типа... Рома, если и сейчас... Рома тоже мирный. Получается, Immortal Gucci, Драго. Ну, Immortal Драго, кто-то из них. Класс. Чего, блять? Это ну... какая логика вообще должна быть? Кого вы, кстати, оставили? Кофе и фреш мирные? Я все выполнил. Ну, это Ася, первый был Ася. Первый Ася, первый Ася. Я не уверен, что... Я с кем-то похожу. Да непонятно вообще нифига, что происходит. Мы вот выкидываем в баланс, и все. У меня дофига еще задание осталось. Ладно, давайте я пока выполню другие задания. Пошли, Макс, пошли. Давайте, пусть Драго бегает со мной. И Макс тоже пусть бегает со мной. На самом деле, Иммортал тоже подозрительный какой-то оранжевый. Что-то вот прям доверия нету никому вообще. А мне осталось последнее задание выполнить, понимаете? Спасибо. Кто-то умер? Так, Олег, нет. Ты нет, говорил, не умер. Что сканирование прошел. Я его сказал, я... Да. А Макс, какого фига ты сам... сейчас опять пошел на сканирование, не понял? Макс, я сам вначале сказал, что я оставил специальное сканирование, вдруг у кого-то еще есть, чтобы проверить. А, да, вот так это называется, Олег. А почему вот когда ты пошел его выполнять сканирование, оно у тебя не выполнилось, а? Почему ты в центр не встал, когда начал его выполнять, а? Началось, сука. Макс, ты сейчас рофлишь или что? Я сейчас не рофлю, я, блядь, сразу увидел. Так это же анимация, ничего. Кто-то умер или нет? Нет, никто не умер. Я не знаю, у кого-то есть подозрения? Я просто смотрю, если я задание выполнил, мне уже все по хуям. У меня задание с карточкой, я не могу его выполнить, я не могу провести эту карточку, она не проводится у меня. То есть проводит все нормально, просто быстро надо не проводить и все. В том-то и прикол, что мне не получается. Сука, Олег пиздит. Братан, пиздит, я знаю его. Нет, что-то сейчас для меня уже Олег не очень мир. Подождите, давай. Все, Олег, блядь, иди в лаве купайся, реально, блядь. Я не знаю, я... Никого не убили, что? Конечно, потому что за тобой я бегал постоянно. А за мной еще ребята бегали. Давайте у кого вообще квесты остались? Подожди, да, у кого какие задания? У кого еще остались? Хорошо, а давайте мы сейчас все вместе за Олежкой проследуем и поможем ему выполнить задание с карточкой. Давайте, вообще, хорошо. А как мы ему поможем? Ну, если вы реально думаете, что это я предатель, это закажись, конечно. Я орну, конечно.
Призраки тоже, блядь, пожалуйста, выполняйте все задания. Да, ну, я все выполню. Короче, я знаете, как сделаю, если у меня долго не будет получаться выполнять задание с карточкой, просто я такое сдамся. Нет, я просто выиграю, тогда задание зачтется, по идее, и все. Олег, там просто вытаскиваешь карточку, и вот так медленно мышкой проводишь. Да, Макс, я понимаю, что слишком. У меня в игре много FPS, и за счет этого почему-то не получается. Когда я выключаю в сим, я понял, да, 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 получается провести карточку. А сейчас я могу выключить, потому что мы в бете. Я реально не могу просто провести карточкой. Олег, ты ебанутый? Ну я реально не могу провести карточку. Нахуя, блядь? Сука, что я делаю не так? Что я делаю не так? Я не понимаю. Почему эта дурацкая карточка не проводится? Почему она не проводится? Смотрите. Да ты же так слишком быстро пишет, да почему? Короче, я выхожу, все. Я надеюсь, что задание будет выполнено. Ты карточку провел? Я не провел карточку, я вышел из игры, чтобы задание не... Я не мог эту карточку провести, понимаете? А игра закончилась? Рома. Ты же свет вырубил, надо было килл-топить. Кто был трейтером? Вот именно что, смотри, просто понимаешь, единственный. Аси, единственный, кого я мог подставить, это Драга. Он, блин, постоянно где-то в заднице ходил. Я не мог его подставить. Ну, не мог. Знаешь, у тебя сейчас шанс появился благодаря. Ну был, да, фрешу. Был. Но знаешь, это фрешу. Все равно бесполезно, учитывая, что последнее задание. Вот так вот. О, да, Джонни! Вот это я понимаю! Вот это я понимаю, слушайте. Давайте встанем, выполним здесь задание. Задание мы здесь прокладываем навигацию. Теперь подходим к крючку и выполняем задание здесь. Все, задание мы выполнили. Вырубаем просто свет. Пошли починим, пошли ураган, пошли починим свет. Давай. Так, свет мы починили. Все прекрасно, все отлично. Так, давайте теперь спустимся вниз, пойдем выполнять задание там. Встанем сначала вот здесь, вот такие, типа, чиним провода. Так, Джонни, что мы делаем? Максончика убиваем или дадим ему поиграть? Давайте, ладно, Макса убивать не будем, давайте все-таки его оставим на потом. Так, у нас дверки закрылись, что-то нам нужно делать. Джонни, давай Макса не будем убивать. Давай будем просто двигаться вдвоем. По жизни вообще, как бы, да? Как по мне, это вообще нормально, хорошо. Так, здесь у нас никого, да? Так, здесь на камерах что-то у нас... Здесь тоже все нормально у нас, да? Кстати, мне кажется, что... Я проверю. Все норм. Все нормально, все хорошо, все прекрасно. Давайте мы сейчас подойдем, выполним задание, типа, вот здесь. Вот. Все, задание мы здесь выполнили. Так, у нас саботаж. Пошлите чинить, пошлите. На камерах у нас... Где? Здравствуйте, дорогие друзья, говорю вам, труп найден там, где карточка. Но, кстати, я сразу хочу кое-что сказать. Короче, Крис, почему-то, во-первых, пошла направо, не выполнила ни одного задания, потом спустилась в дезинфекцию в самый низ, и я, блин, знаешь, я думал то, что я трупом буду, но... А теперь говорю я. Нет, подожди. Вопрос ко всем. В дезинфекции. Я знаю то, что вот в самом верху есть задание, где раскладывать артефакты нужно, да? Да. И есть еще посередине. Но посередине я не припоминаю заданий. То есть там посередине колбочки всякие раз. Я теперь говорю, я побежала направо, там, где дымок, я выполнила задание в правом углу. Потом открылись двери, побежала вниз. У меня было в исследовательской два задания. Одно слева, где ты стоял, второе справа, там, где надо вот эти камушки. Нет, подожди, просто вопрос. И почему ты просто бегала? Просто реально бегала туда-сюда. Я выполнила туда-сюда. Одно задание, забежала в исследовательскую и ждала, пока ты уйдешь, чтобы выполнить задание. Если бы я хотела... Какое задание ты выполнила первым? Я выполнила... Сейчас. Не, ну просто... Нет, ты не выполнила задание, ибо у меня было всего два задания сверху. Одну секунду. Можно к ней присмотреться? Мы сейчас все равно не сможем, потому что у нас два импостера. Смотрите, я слева части, где камера был, я видел Драгона, знаешь, я видел нет, Олега, у меня просто двойное Фрэша. Подозрение. У меня двойное подозрение, потому что вполне реально, что она вот так вот туда-сюда, налево-направо бегала,
и ждала. Мы стояли с тобой 2 минуты, я бы тебя убила спокойно. Нет, Рома, мы стояли секунд 10. Так ты где труп-то нашел? Там, где она была? Там, где карточка. И как бы Крис могла пробежать вот как раз таки. Я не могла пробежать, потому что я бежала через скан. Да-да-да, это... ты сверху бежала точно, да. Ну, значит, ну, второй трейд рубил. Но что просто... Второй трейд... Просто смотри, закрывай. Фрэш был у дерева, Драгоня был на камерах, Олег был рядом со мной на свете. Я вооружаемый. По крайней мере, вот эти 4 человека, по крайней мере, по-моему, Чекер. Есть поэтому кого? Тогда решено... Поэтому решено ложка сделать саморепорт. Да, ложка делит Крис Вейв 2 трейдера. Спорили. Ложка и ураган. Все, Джонни, я, кстати, даже не понял, в какой момент Джонни успел кого-то убить. Это я вроде весь раунд бегал с ним, когда он успел кого-то убить. Я этого, честно говоря, что-то не особо понял. Давайте сразу пойдем сюда налево. Будем выполнять просто задание. Забежали сюда. Давайте сразу сделаем, наверное, взрыв реактора. Здесь мы задание выполнили. Давайте пройдем здесь через низ на всякий случай, как бы, да, и выбежим там справа, и все. Джонни, давай. Давай даблкил. Ай, успел немножко я. Так, ладно, давайте встанем теперь вот здесь вот на задание. Джонни, ну, нам надо убивать. Стоим, выполняем задание. Все прекрасно, все отлично. Давайте теперь встанем сюда. Мы ведь уже подходили сюда, теперь осталось собрать просто анализы и все. Так, здесь мы анализы собрали, поэтому давайте теперь сюда. Что-то ураган, походу, заподозривает, я не знаю. Я останусь на всякий случай здесь, буду выполнять задание. Давайте еще, наверное, выключим сейчас свет. Все, тут мы задание выключили. Давайте здесь стоим, типа задание выполняем. Ураган, наверное, думал, что что-то не так. У нас рубанули свет, давайте убьем урагана. И сейчас самое главное не спалиться. Сейчас самое главное просто не спалиться. Выйти отсюда просто супер максимально незамеченным, типа, и все. Опа. Yeah. Где наш? Фух, я обосрался. Ох, тоже страшно. Джонни, Кофе, я свет где пытался. Я был в дезинфекции, пошел внизу. Меня сейчас Рома видел, я проверил, что он делает. Это Рома был в центральном офисе, рядом с кнопкой. Я тоже видел Рому. Я сейчас бежал на свет. Подожди, вопрос, кнопкой, господи. Джонни, ты с кем бежал через вот эту трубу, через кишки? Через дезинфекцию с Олегом я с Кофе бегал. Да, а Фреша не видели нигде? Я видел. Сзади меня был Джонни, когда я бежал, он сзади меня бежал. Через дезинфекцию я побежал в центр и потом побежал к компу. Он посередине вроде находится, у меня там задание. Короче, кто-то из троих, это Джонни, Кофе, Фреш. Джонни, подожди, в кишках, где ты кого-то в самом начале вроде подозревал. Сейчас, подожди, я договорю. Не, не подозрел, наоборот сказал, что типа... Труп был там, где, ну, вот эти кишки, где нужно складывать там череп, вот этот кристаллик, лепесток и так далее. Да. Это сзади меня кто шел тогда? Кто за тебя? Олег со мной шел. Олег, ты видел? Я видел никого, потому что рубанули света. Я стоял, выполнял задание оружейное, типа. И я, ну, как задание выполнил, я побежал сразу свет чинить. Это было так, смотрите. Было вас четверо. Медблоки Кофе, Джонни и Фреш, и Ураган. Потом... Да. Нет, но урагана я не видел, я только видел Джонни, когда он за мной бежал. Не, вы в медблоке вчетвером были. Я потом типа спрятался. Джонни вдвоем бежали. Нет, медблоки, медблоки. Я говорю про медблок. Когда зашел, где кристалл, а при чем тут медблок? Понятно, это Джонни. Нет, вы понимаете, вы дальше забежали, потом я Крис Вейв прибежала, и ураган вниз спускался. Я забежал, где вот эта фигня брызгает. За мной Кристина почему-то не зашла. Окей, я дальше по кишкам прошу. У меня было задание. Я понял. Я дальше пробегаю, и ураган уже мертвый. Типа его вот прям кто-то в конце убил. Подожди, просто дело в чем, Ася, я не видел, когда я шел через дезинфекцию, я никого не видел, абсолютно никого. Олег остался в дезинфекции. Там свет еще вырубили, сейчас свет вырубили. Тем более. Я понимаю, так я не видел никого. Я не знаю. Фреш, Кофе или Джонни? Короче. Какая крыса меня проголосовала, признавать? А кто за меня проголосовал? Так, ну мы под подозрением, это, конечно, плохо. Это, конечно, супер плохо. Давайте сгоняем, быстренько починим свет. Будем бегать сейчас втроем с Аси, наверное, как-то, чтобы сделать иллюзию того, что мы все-таки не убийцы. Но при этом нам нужно еще каким-то образом убить. Так, все. Да, лучше, наверное...
Да почините свет уже, все. Все, здесь мы сейчас стоим, выполняем задание, двигаем ползунки вот эти и все. Собственно, проблем быть не должно никаких, все. Здесь мы, по сути, задание выполнили. Теперь давайте наберем воды вот здесь вот и все. А давайте на самом деле убьем Аси вот здесь вот просто и все. Этого, по идее, никто не должен увидеть, учитывая тот факт, что мы еще сейчас с вами вырубим свет. Отлично. Так, все, свет мы починили, прекрасно. Давайте направо сейчас побежим куда-нибудь в исследовательский блок и все. Где убили? Это в какой стороне сейчас было? О2 слева с краю. О2 это там, где баллон, да? Там, где дерево? Слева с краю, прямо слева с краю в конце. Чуваки, сколько вам заданий осталось? У меня две. У меня одно. У меня два задания. Вроде одно. У меня задание осталось. Короче, не, прямо сейчас я смотрю на камерах, я хочу проверить, умер ли Чупикс или Рома. Иду проверять, все живы. Возвращаюсь, включается свет. Ну, потому что вы там вдвоем были на камерах. Мало ли кто-то типа убил друг друга, я пошел проверил. Побежал, вернулся обратно, выключается свет, мы с Олегом чиним свет. И прямо сейчас я спускаюсь в О2, и Макс репортит. Короче, можно я за паранойю? Нет, судя по тому, что до очень медленно киллы делаются, может это Джонни. Ну, это паранойя, это паранойя, это просто паранойя. Я же совсем бегаю. Вот очень медленно. Да, я только что хотел вкинуть то, что кто-то, по-любому, кто много вот болтает, ну, мир, ой, точнее, трейдер, да. Он типа мирный трейдер. Если что, Рома, наоборот, я когда трейдер, я всегда молчу, нахуй. Ну, ты пьяный просто. Да, да, да. Не, не. Это реально тупо. Подожди. Кому еще раз, подождите, кому вообще, осталось задание выполнить, просто скажите. Вот, подожди, к Драгоне, ты где был вообще? Я был снизу, я пересекался с Фрешем. Это Джонни всех спрашивает, а про себя Флажит ничего не говорит. Стрелял. Так я же сказал, что я делал. Сказал, что я же на камерах был, вместе, пошел. Я же сначала встал на камерах, посмотрел на Чипикса и Рому, умер. Я же понятно, это кофе и Джонни. Да, блин, вот самое, типа, самое-то хреновое то, что не забывайте, у нас реально есть мирный трейтер. Уже три катки, три раунда подряд есть мирный трейтер. А вы помните, в кого Аси вкидывал? Ну в том плане то, что он не делает киллы. Вообще, один чувак делает киллы. Аси меня кинул, меня вкинул. И в Олега. И в Макса вкинул. Ну, в нас троих, да. Ага. Подожди, ну, а... Блин, может это реально Джонни? Да, тоже мне кажется. Нет, подожди, не-не-не-не, ну, блядь, Чупикс, это реально хуйня. Ну, у меня просто нет, поэтому я пока не буду голосовать. Отчасти я могу подумать, что Фреш мог саморепорт сделать. Нет. Дурак, блядь. Кажется, нет. Хорош. Бля, давайте задание постараемся выполнить быстро. Джонни, я знаю, где ты живешь. Супер, блин, от моего голоса сейчас много решало. Да, это было, честно. Макс, я знаю, что ты живешь, поэтому пердишь, блядь, своей тачкой, ебаный. Бля, я мимо тебя пролетал, блядь. Все, Настя, осталось убить троих. Давайте встанем вот здесь, вот выполним задание здесь с карточкой. Все, здесь мы задание с карточкой выполнили, и здесь выполняем задание вот с этим. Все, нам нужно просто выцепить сейчас троих по-хорошему, и все. Это проще простого на самом деле, но должно, по идее, так и быть. Так что давайте, я не знаю, так, Макс, Рома, Крис, все. Я просто бегаю со всеми, я выполнил свои задания. Я надеюсь, на меня не будет никаких подозрений. А, починили реактор в итоге, слушайте. Ну все, туда отлично. Давайте проверим, нет ли тут трупов никаких. Просто если будет труп, то нужно будет также кого-то убить, скорее всего. Так, Джонни оттуда бежит. И тут также никого. Все, отлично. Джонни, нам надо, может, даблкил сделаем, Джонни? Что думаешь? Я не понимаю, что мы делаем. Нам надо выцепить троих, понимаете, сейчас? Давайте сделаем саботаж. Ро, нам реально надо убить Джонни, пожалуйста. Я тебя очень сильно прошу. Ну давай. О, у нас как раз два человека. Куда ты уходишь, братан? Ну ты чего? Ну игра же сейчас закончится. Ну давай убьем хотя бы кого-нибудь, пожалуйста. Я тебя прошу. Джонни, ты куда уж... Ой, господи, ну почему? Че, Джонни? Джонни, ты был? Да, я был. Ну что ж, друзья, вот такой вот видосик у нас сегодня получился. Я надеюсь, он вам понравился. Все полезные ссылочки находятся в описании. Под этим роликом обязательно заглядывай туда. И не забывай подписываться и ставить лайк. Это реально очень важно. Ну что ж, друзья, на этом сегодня все. Надеюсь, вам еще раз все понравилось. Спасибо большое за просмотр. Всем до скорой встречи. И всем пока-пока.